Я такая злая. Маргарита! Мне, пожалуйста, быстренько. Давай, давай. Что она сделала? Кому-то в школу пора, по-моему, а? Или нет? Всем привет, ребят. Hello! Hello, батюшки, мамочки. Я ей прыщ выдавила. Маргарита. Накрасила только на одной руке. А на второй не успела? Можешь мне здесь сделать еще один слой и здесь два слоя? Ты не успеешь, тебе выходить уже. Эти два слоя... Только один, давай. Ксюш, у тебя скрипит твоя тележка. Да. Почему? Не знаю. Надо смазать. Тележка старая. Вот поможешь, давай. Пока ты дома, потом, когда пойдешь, уберешь. Она тебе воспаление уберет. И не будет такая красная. Не забудешь, я тебе скажу. Потом усотрешь. Я всегда-то, когда выдавлю прыщик, я мажу вот этой масочкой. Она сушит, подсушивает и покраснение убирает. Кстати, ребят, у Ксюши есть ТикТок появился. Новый она открыла. Она там катается, учится всякие делать трюки на скейтборде. Я ссылочку оставлю в описании. Сейчас я вам покажу. Там есть и вот мой ТикТок. Вот. Так и называется. И еще вот Ксюша. У нее есть уже одно видео. Не подписывайте. Вот такое вот. Только она учится. Разные трюки на скейтборде. Оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, подписывайтесь. Skateboard Girl. Skateboard Girl 1. Что, подкручиваешь, что ли? I don't know how to open this. Побежали в школу. Догонили. Пока, мам. Пока. Все, мы остались вдвоем, Максом. Сегодня хоть немножечко солнышко вышло. Вчера у меня прям депрессия была, честно говоря. Меня укусила Бонни. Так ты ее не трогай. Макс, что это такое? Ну что за гора, непонятно чего? Вот давай, это... заправлять надо. Кровать заправляй. Вот. Все заставил, он в кучу все свалил. На, на, Бонь. Нет, это моя игрушка. Бонни, где твоя собачка? Где собачка? Все выходные просидели дома, никуда не ходили, немножко только ходили на площадку поиграть в баскетбол. В субботу, воскресенье просидели дома, ничего не делали, погода плохая. Рваная свинья уже. Бончик, рваная свинка уже, рваная, рваная свинка, рваная. Опа. Вот она так лежит и ждет, когда же к ней подойдут. Макс напугал ее. Она лежит прям... И ждет, и смотрит. Ну подойдите ко мне, ну почешите мне пузико. Ну я же жду. Да, Бонь? Ложись, ложись. Вот так вот. Надо на улице пускать. Надо на улице пускать, Макс. А то пол пыль, мыльный будет. Мыльный пол будет. Так медленно и быстро. Вот так, вот так. Вот так. Тебе быстро. Я хотела посушить одежду на улице. Я хотела белье посушить на улице, но там такой ветер, что он прям сдувает. Два раза упала сушилка. Посмотрите, как кусты у нас расцвели. Помните, только на прошлой неделе они были сухие, облезлые. А сейчас вон какие пушистенькие уже. Вот. Все зелененькое, все зеленеет. Травка вроде позеленела немножко. Удобрение помогло. Полежать, погреться немножечко. Порадоваться солнышку. Привет. Ты его съесть хочешь? Джамп. Что? Чем? Что? Чего? Ксюнь, тебе не жарко? У тебя спорт был? Да. Сразу, у тебя сразу по лицу видно, что был спорт. Макс, осторожно. Можно? Такой хомячина. Хомячина. Это хомячина. Рики-рики. У него, кстати, уже болячка зажила, которая была на нижней губке. Там уже нет ранки. Я же тебе говорю, нужно маслом смазать. А где масло? Он у нее стал скрипеть. Она каталась в дождик. Это надо у папы спрашивать. Каталась в дождик, и колеса намокли, да, и вот здесь вот заржавело. Это та штука. Угу. Вообще-то оно должно крутиться. Вот это крутится, которое снаружи, это внутри. Да, внутри не крутится. И Рики на машине. Рики каскадер? Да.
Ричмен. А, ну да. Так, скрипит. Не пересекались. Ай! Она такая шустрая, он такой медленный. Он такой медленный, спокойный. Как папа. Потихонечку ходит. Рики. Ну, маленькая, но... Она шустрая такая, капец. Подожди. Вроде старенькая, но шустрая. Ей, кстати, уже 3 года исполнилось. Посмотрите, как тут классно. У меня в комнате солнышко светит. Это к вечеру. Солнышко передвинулось. Теперь... У нас утро. Теперь у нас не утро, у нас вечер. Кстати, время уже 7 часов. 7 часов, и так светло. У нас в 9 темнеет. В 9 темнеет. Да. Поэтому... Все, все ко мне. Все ко мне пришли позагорать. Да. Это вы ко мне пришли? Это моя комната. Да, ну я здесь первая. Ты лежишь на моей кровати, мадам Брошкина. И кушаешь на кровати у меня. Угу. На кровати не кушают. У нас плохая новость. Какая? Мы, нашего папу не отпускают с работы. У него контракт, оказывается, заканчивается в конце июля. Вас? А когда у нас школа начинается? Заканчивается школа в начале июля. Мам, все мыл на полу. Пускай вытирает. Начинается, когда начинается. Начинается школа в августе, в конце августа. Так что, в общем, вы здесь закончите школу, но не успеете начать. Ну, это хорошо. Можно начать там. В общем, видите, я же говорю вот так. У нас все меняется постоянно. Мы сначала хотели переехать в конце мая. Ой, да, в конце мая. Потом у нас сдвинулось на конец июня. А сейчас у нас сдвинулось на конец июля. Я вообще, я такая злая. Мама, я знаю, когда мы в лагерь поедем. 14 июня, через 4 недели. А, ну вот успеешь в лагерь приехать. Успеешь поехать в лагерь. В общем, вот так вот, ребят, у нас затягивается наш переезд, а то везде спрашивают, когда мы переедем. Мы сами не знаем, когда, видите, у нас планы меняются, поэтому мы лучше не будем говорить вообще ничего, иначе у нас, в общем... А если потом передвинется конец сентября? Нет, конец же, все, уже конец июля, это точно, там уже контракт у папы заканчивается. За 3 месяца... Он должен оповестить, что он уходит за 3 месяца до ухода. И получается, он оповестил в апреле. Вот и считай. Он должен работать май, июнь и июль. А у них сейчас очень много работы, особенно на лето. И ему сказали... Солнышко! Он, в принципе, он может уйти. Он может нарушить контракт, да, и уйти. Просто уйти с работы и уехать. Но если он это сделает, ему не выплатят тогда деньги. У него там очень много переработанных часов, за которые ему должны заплатить. Плюс ему еще должны заплатить отпускные. Если он уйдет, не закончив свою работу, как по договору. Только со скейтбордом ему кровать не надо. Вот. Если он не закончит, как положено, уедет раньше, ему ничего не выплатят. Вот, поэтому лучше, конечно, как по контракту, по договору, так и сделать. Одна тут сидела, кушала у меня, главное, на кровати. Это теперь со скейтбордом грязным пришла ко мне на кровать. В чем дело? Ты чего пришла сюда? Ну все. Все ко мне переехали. Так, у меня вчера осталась гречка. Гречку сейчас буду подогревать. Есть у меня вот такие вот, это филе индюшки. Филешку индюшки, на! Филешку индюшки будешь жарить сейчас. А давайте опять пожарим с этими, с хлопьями. Да. Доставай хлопья. Очень вкусно было. Давай, доставай. Вот с такими. Сашу. Еще что мне нужно? Яйцо и мука. Марго, хватит кушать. Мы сейчас будем кушать, ужинать. Все, мы подготовили яйца. Сначала что у нас идет? А сначала идет мука. Вот у нас сначала идет мука.
потом у нас будут яйца, а потом... Да, после муки не прилипнут хлопья. Ясно. Не, смотри, мука, яйца, хлопья. Нет, это многовато. Солнце, вот юлочка, русская коса. Хесси Либер Милл. Теперь муку. Нет. Надо. Маргарита. Марго. Нет. Смотри, как надо. Смотри и учи. Чтобы это все прилипло хорошенько и на сковороду. Так, вот она сейчас будет жариться. Что себе сделала? Боевой окрас. Берзинь твинс. Вони, она тебя тоже измазала. Она тебя испачкала мукой. Садимся. Кто будет гречку? Макс, ну ты можешь подождать тарелку? Ну что это такое? Гречку с молоком. Прям не успеешь. Маргарита, все. Приятного аппетита. Ты должна была сделать так, чтобы всем хватило попить, а не только вам. Она всегда мак... Я не хочу, мне вода. Могла бы мне налить. Я не увидела, я в камеру, главное, смотрю, снимаю, не снимаю. Сейчас Бонни тебе на штаны упала, что ли? Шесть. Хорошо, Бонни рядом не было. Вот она схватила кусок и все. Так, давайте кушаем и спать, потому что время уже поздно. Что-то мы поздновато начали готовить кушать. Я не могу никак привыкнуть. Я вижу, что светло. И мне кажется, что еще рано. Почти 9 часов и еще светло, понимаешь? Поэтому я начала поздно готовить. Вчера, когда я заснула, еще было светло. Еще было светло, да. Вот сейчас только в 9 часов начинает темнеть. Ну, вчера мы должны спать, лечь. 8, да, где-то 8:30. 9 вы уже спали. Так, кстати, ребят, принесли нам лампу нашу долгожданную. Поэтому Маргарита будет снимать видео скоро, да? Когда будешь снимать? Завтра? Завтра, послезавтра, в общем, на этой неделе. Давно у тебя уже сколько? Там уже месяц, наверное, не снималась, и не больше. Порядок надо наводить тебе. Вот как раз видео и сними, порядок на своем этом столике наводить будешь. Смотри, что у тебя тут творится. Ё-моё. Тут кто прошелся у тебя по столику? Почему ты не носишь арбузики? Дождь. А, ну да. Вот это я себе покупала, но это размер 38. Я не знаю, почему я себе купила 38 размер. Они мне маловаты. Мне лучше 39-й. Они сейчас как раз Маргарите. Я ей отдала такие вот арбузики. Мальчик, она пить хочет, смотри. Она, когда у нее нет водички, она берет свою чашку. Иди наливай. Она берет свою чашку и бросает ее на пол. Таким образом, она говорит, я пить хочу, у меня воды нет, дайте мне попить. Да, очень много. Будем опять избавляться от бородавок. Почему она опять появилась, если мы от нее избавились? And Warts. Классик. Берем ватную палочку, ушную, то есть ушную палочку, макаем и сюда вот так вот будем. Сколько раз надо делать? Я не знаю. Не знаешь? Ой, фу, как она воняет. У нее такой резкий запах, как, знаете, уксус почти. Вот так надо. Все? А теперь подождать. Больно? Ты его почистила? Ты не умеешь, да, я сделаю. Где наш дружок-пирожок? Ой, смотри, раз! Где наш дружок-пирожок? Рики спит. Он попозже проснется. Сейчас он спит. Почему ты не чистишь каждый день? Умываться перед сном нужно. Ну чисть! Ай! Ты сама берешь и чистишь. Берешь вот этот вот аппарат. Чуть не треснул. Берешь мыло специальное. Ой. Включила его нечаянно. Берешь специальное мыльце. Вот оно. И все. Пару минуток.
И лицо чистое. И без прыщиков. Поняла? Ага. Все, ребят, всем спокойной ночи. Пока. Мы спать. Все, пока. Всем пока.